Съемка пошла. Борода моя всегда. Эндорфины пошли. Короче, собираемся. Куда? Куда мы собираемся? По Москве. Бородино. Бородино идем. Михалыч что-то на историю потянуло. Любимые ваши ролики, ребят, про историю, про музей. Про музей. Лаки. Музей обязательно. Да. Ходить. Желательно каждый. Ребят, день. Не все поезда, нужно просвещаться, да. Однако. Молодцы, мальчики, просвещают вот вас. Я да. Немножко просвечусь тоже. Сейчас на рентген сходим, просветимся и пойдем бухать. Михалыч ругается. Издевательство ехать со второго этажа на лифте до первого. А я с удовольствием на лифте. Я вообще сплю. Вот и все, и приехали. 2 секунды. Ребят, мы вышли во двор. Вот такая вот округа. Такие кирпичные дома кругом. Улочки, парковочки. Все по-домашненькому. Вот в этом подъезде мы и тусуемся. Вот. Все, разобрались, как пользоваться домофоном. Или просто работать, не работать. Все работает. Все, идем на пешеходный мост. Да, пешеходный мост. Через Москву рек. Вот наш дом, 2-й этаж. Где-то там вот. Да. Вот. Этот вид, собственно. Ну и сейчас выходим на набережную. Москва реки. Вот мост впереди. Нет, набережная все-таки внизу, а мы так. Сказать, да. Пешеходный, да, мост? Так. Построен? Мост Богдана Хмельницкого построен в 1907 году. Да сейчас? Да. Его недавно модернизировали. Серьезно? Да. В 1907 году? Да. Ребят, Михалыч заслуживает лайка. Подготовился. Опять. Подготовился. У нас он как этот, как справочный материал. Красиво, да, ребят? Света инстаграмит. Инстаграмщица. А еще, ребят, погодка более-менее наладилась. Дождь прекратился наконец. И какая-то вот влажность, она поменьше стала. Михалыч долго уговаривал меня бросать стабилизатор, палку, чтобы, так сказать, не намочать. Чтобы матчасть была. Вот. Я все-таки взял. Надо получше, чтобы съемка была, да, для вас. Стали на пригорок. Тут получше видно через квартиру, вот. Белый дом. Хорошо видно. Киевский вокзал. Пешеходный мост Богдана Хмельницкого. Сейчас переходим на другой берег. Гостиница Славянская впереди. Да, гостиница. А это, по-моему, дом на набережной, известный очень тоже. Называется. Он так и называется, дом на набережной. Да? Старое очень здание тоже. Начало века. Понятно. Ну вот, собственно, этот пешеходный мост, по которому мы сейчас и пойдем. И подключимся уже там. Стик. Так, ребят, поднимаемся. Выходим, так сказать, непосредственно на мост. Вот так вот он выглядит. Хорошо сделал. Ну да, здесь зато ветра нет. Даже если у нас микрофона не было, то мы бы не пострадали от этого. Ну чтоб народ не шарахался вот по тому месту. Ну да. Вид даже есть. Света инстаграмщица на заднем плане. Вещает тоже, вещает. Ребятишки, подписывайтесь. Здесь можно пойти. По внешней стороне. Ну да, можно. Ну и закрыто, видимо, холодно. Ну да. Скорее всего. Наверное, открыто. Да, скорее всего. МГУ там. Видно. На дальнем плане слева, по левую руку. Пошли посмотрим, у нас уже. Посередине реки находимся. Ну да. Можно и так сказать. Клево. Хорошее место. Тут можно, кстати, всякие селянки замечать, да? Не знаю, наверное. Отсюда где нас ждут? Вот, наверное, Гольфстрим, где который, да? Да. Так, ну что у нас тут? Киевский вокзал открывается. Ёлка. Собственно, да? Ёлка. Площадь Киевского вокзала.
гостиница Славянская. Не славяновская, а именно славянская. А вот впереди торговый центр идет песни. Где? А, вот. Туда мы, собственно, и направляемся, да? Да. Тимати. Что там у нас? Бургеры от Тимати. Бургеры от Тимати? Да. Какого числа открылось? 9 декабря. 9 декабря? 2017. 2017. Тимати сам на открытии бургеры бесплатно раздавал. Опять? Да. Как и тот, который на Новом Арбате? На Садовом кольце. Вся та же самая тема? Да. Все понятно. Ну идем, что, пробовать еще раз. Это получается четвертая точка у них на Садовом кольце, по-моему. Самая первая была, да? Первая нет, на Новом Арбате, где мы кушали. Ага. Там на Садовом не кольце. Не кушали, а ели, да? Как говорят, ребята. Поправят. Третья точка в Грозном на проспекте Путина. Да? Да. И четвертая здесь. Ну все. Четыре точки. Идем. Надеюсь, очереди не будут такие большие, как на Новом Арбате. Ну все, ребят, подходим. Лайкстайл Бургер. Очередь. Михалыч, очередь. Как обычно, да? Но уже то, что не на улице стоять. Ребят, все то же самое, то, что и там было. Заказ номер 93, ребят, заказ номер 99, заказ номер А96, подойдите, заберите заказ, пожалуйста. Вы как место забили, ребят. Правда, одному придется посадить стоя. Ну, ладно. Михалыч, ребят, пришел. Злой, как собака. Злой. Всего испихали, истоптали ноги. А вот что, ради чего стояли, да? Какой только какой, я не знаю. Вот этот отличается, вот это не говядина, точно, заказал, да. Вот, ну, получается. У меня острый должен быть. Цвета забирает. Свое. С индейкой, понятно. Да, давай рукавицы одевай. В этом преимущество, руки не надо мыть, да? Ну, давай, Михалыч, зацени-ка. Я не знаю, мой, не мой. Ну, какая разница? Ну, давай, пробуй. Аж затанцевал. Че, стоит того? Да? Это не KFC. О, побежала. Побежала, потекло. Потекло. Тут самое главное, ребят, сидишь, ешь, а вокруг тебя ходит народ и ждет, когда ты же отсюда свалишь, чтобы твое место занять. Мы вышли из этого ада. Пекло. Гастро ада. Это ад. Обоелись вообще. Не, ну объесть, да, сытно, вкусно, ничего. Это не Киевс. Хотя у меня котлета, мне не понравилась, она обгоревшая. Я не люблю, когда с корочкой вот этой. Ну специально, не специально, а мне не нравится. Просто сейчас специально жарят так. Ну не нравится мне такое. Горелая котлета. Что ты объясняешь? Специально, не специально. Вкусная. Мне? Мне понравилось. Мне нравится. Влажа какая. Ну и опять же, как это, как в Холливуд в каком-то. Все бегают, что-то. Ты сидишь, ешь, и они на тебя смотрят и ждут, когда ты уже свалишь нахер. Чтобы место твое занять. В рот смотрят, сидят. Хрень полная. Не ходите в это говнище, ребят. Вкусно, вкусно. Не ходите. Нет. Ходите. Говнище. Ходите. Мы находимся около торгово-развлекательного центра Европейский. Аллея звезд голливудских. Ну пойдем. Это Брэд Питт, Джонни Депп, звезда. На. Пирс Броснан. Пирс? Мадонна. Дорожка красная. Да. Все фоткаются. Как чумачечь. Афанасьевну сфоткаем. Она же не уйдет, пока не сфоткается. Вон она там фоткается около шарика. Она еще не дошла до звезд. Ну еще у звезд будет полчаса. На шарик еще остановилась только еще. Все? О, как красивенько. О, ну все. Повисли. Че, ребят, идем по улице, по новогодней. Куда идем? Вот здесь уже Новый год чувствуется, да, на этой идем улице? Пятачком. А это у нас какая улица? Какая? Дорогомиловская. Ужас.
Я там такую даже не выговорю. Драгомиловская. Драга? Драгон? Смотрите, ребят. Карлу Клару украл корабль. Вот. Карлу Клару украл клоунет. Ёлочки. Да, все. И тут уже новогодняя такая маленечко установочка. А впереди Москва Сити открывается. Который опять часы, начинает часы. Утопать в тумане. Большая, дорогая милость. Большая? Да. Город не спит. Да. Смотрите, какая интенсивность движения. Бутон-заскей. У него Путин обычно зато ездит. Зато народа на нет вообще по на улице. Народа нет на улице. Да. По этому проспекту Путин на работу ездит, его движение перекрывает. С Кутузовского сразу на Новый Арбат и прямиком в Кремль. Вот он, ребят. Жуков, да? Москва Сити. Уже почти дошли. Всем доброе утро, ребят. Вот домик выехал. Да, в этом доме мы жили. Можно табличку написать. Сейчас переезжаем на другую квартиру, на Тверской, да? Улица какая. Замечательно. Вот. Ветер какой-то. Ветерок сегодня, но более-менее ясно стало. Даже можно было по записи в начале ролика посмотреть, да, что туман исчез. Вот, видимо, то, что ветерок все разогнало. Разгуло. Да. Ну, сейчас покажем, что за новые у нас будут хоромы. Этими довольны были. Все. Здорово. Вот мы отъезжаем из нашего двора. Москва. С нами снова Саша. Саша. Саша, водитель. Знакомый. Привет. Год назад нас возил. Ребят, это Саша, братишка мой. Московский. Саша Московский. Снова здрасте. Смотрит ролики. Так, что у нас за окном? Ну да, сегодня посветлее маленько. Да и подсохло вам, смотрите, да? Ну да. Асфальт.
что мы добрались до второй квартиры. Кошмар, конечно, искали парковку. Все объездили, весь центр по три раза. Нет вообще парковочного места. Да. Из-за этого Саня уехал домой в расстроенных чувствах. Потеряли Саню. Негде было припарковаться. Вообще негде встать. Сейчас стоим уже в подъезде. Подъезд, да, вот ждем. Уборка должна закончиться через 15 минут. Да, вот там у нас Светлана стоит, а внизу квартирка слева. Тверская 6, строение 3. Вот такой подъездик кожаный, в принципе. Геранька. Геранька. Как старые такие советские времена. Картины. Окна такие старые. Это у нас во двор, да, вид? Ну да. Получается. Тут под номером 6 получается сколько? 6 строений, да? Угу. Шестой дом и несколько домов. Да. Это не под одной цифрой. Итак, Михалыч. Все, рассказывай. Заехали. Тверская 6. Зеркало. Зеркало. Рома. Смотрите себе. В зеркале. Тебе подмыться, если надо. Если какнул не так, да? Да. Если как-то не так сделал одни вещи. Ванная. А пол теплый, да, кстати? Пол теплый. С подогревом. Это хорошо. Теплый пол. Тут, наверное, у нас будет Владимирович спать. Нет, это я там буду спать лучше. Здесь будем мы спать, там будет Рома спать. Нормально так. Тут возле туалета как бы это. Вы будете ходить меня, будите, лучше я вас буду будить. Да ты в туалет не ходишь. О, балкон есть. Открывайся. Балкон. Я говорю, ты говоришь, туалет. Рома, заходи на балкончик. Да? Там оставайся. Все, сиди. Нет. Смотрите, ребят. Там грязно же, заходи уже. Сейчас. Солнышко, ребят. Солнышко. Солнышко! Класс. Балкончик. Так. И небо голубое. О, только солнце. И шторы, как у меня дома. Смотрите, желтые. Серьезно? Желтые. Залит. Квартира, кстати, трехкомнатная. Да? Да. Ну, показываем, что еще. Так, ну тут у нас входная дверь. Наконец-то Рома поспит на нормальной кровати. Так, это твоя комната. Давай эту сначала тут. Нам объяснили, что тут до нас... Ёлка стоит. Да. Для праздничного настроения. Просили, да. Просили мы, нам сделали. Света говорит, хочу елку. Вот настоящая елка. Вон осыпается, смотрите, все осыпается. Да, иголочки все там есть. Как... Все это на тапках у нас будет. Так, ну что тут? Диваны такие интересные, да? Диваны, столики. А самое главное это, мы даже не увидели, где кухня. Кухня-то вообще вон находится в закутке. Телевизор тут еще большой, да? Ну и вот, да, кухонка вот здесь, смотрите, по ступенькам поднимаемся. Где-то в углу вообще. И вот она, кухня. Я даже удивился сначала, шел, думаю, где кухня-то? Кухня-то где? А кухни нету. Кухни нету. А нече. Розеточки вот удобно сделаны. Подзаряжать можно. Девайс. Вот такая вот. Побольше кухня, чем у нас была там, да? Ну и окошечко. Опять же. Стол стеклянный, кстати, любимый, как всегда. Любит она стеклянный стол. Тостер. Есть тостер. Да. Тост можно делать. Ну, набор весь есть. Хлебушка захотел. Хлебушка. Стиралка. Ну, все есть, все есть. Все удобства. Все есть. Посудомойка. Стиралка, все дела. Так, что? Осталась моя комната. Моя комната. Тут как? Очень много иностранцев, в принципе, заказывают. Ага. Папа, мама, и я сплю не на диване. Шкафчик. Шкафчик. Так, ну ладно, все. Вот такая квартира, ребят. Светильник прикольный. Светильник прикольный. Прикольный Михалыч, да, все рассказывает. Все, мы приводим себя в порядок и идем гулять. Заказали пельмени с креветкой, с бараниной, с мясом, с курицей. Большие три кордона. Народу. Народу, просто каш. Охренеть. Ребят, как-то давно Михалыч обещал, сходим в Жигули. Ребят, какие люди, знаменитые люди, смотрите. На раздаче какие люди стоят. Анатольевич. Владимирович.